Скажи что-нибудь людям. Он не может. У него сегодня очень плохо с речью с утра. Пожалуйста, употребляйте в меру. Настоящие мужчины не ходят по льду, по закраям. Они ходят по воде. Марис только что поймал рыбу. В этом году он открыл счет. И потом поймал еще одну и спустил ее. А жаль. Сколько еще километров? 20 идти? Все. Вот прямо вот так по кромке тащу по кромке, вот именно на кромке и тукнул. Ну, ничего не сделаешь. Сейчас будет мама. Застряла коряги.